Дэниел повезет меня, конечно, в хэллоуиновский магазин, но сначала я ему сказала, что мне нужна соль для носа. Она только в аптеке, CVS. Поэтому мы идем. Идем. Такой машиной я пользуюсь. И вот такая соль в нос идет. Но дороговато, $103. Она начала у меня уже, как бы, знаете, чистить надо ее, новенькую покупать. И также я пользуюсь вот такой бутылочкой и вот такой солью. Подешевле это. Но дело в том, что обычной солью я попробовала пользоваться. Нет того эффекта. Больно промывать. Вот я не знаю, чем это объяснить. Но когда добавляешь эту соль в воду, прямо вообще так приятно. Не пощипывает ничего. А если обычную соль я пыталась, или просто воду, мозги аж щипят. Да, едем мы в хэллоуиновский магазин. Значит, пари. Да, пари стор. А. Пари стор. Фовод. Фовод. What stuff? Are you in a rush to go home? No. What stuff? Stuff. Halloween stuff? Or? No, just stuff. You remember, all those people that work at the hospital are poor, boss, and we all talk about where to go shopping for best deals. Вот Пари Exchange хочет. Yeah, because you notice there's no ему spirit нравится, stores да, anymore. Да, ему нравится, конечно. Я с удовольствием с ним прогуляюсь. You remember the stores we went into where they had all the... Yeah, I know. They don't have them no more. Данилка, довольнюхник. О, прямо счастье у него. Вы не представляете, сколько. Ну, что делать? Вот так вот. Культура такая. They cute. Yeah. See him up there? Where? Right above you. Повешено. What do you think Sochi would do that teddy bear? Nothing. She'd be scared of it. Yeah. Сочи испугалась бы. Вот такие украшения мне нравятся. Осенние. Но у нас их тоже достаточно. Так что... А? That's pretty cool. Тут, видите, сидит в коробочке. Предлагают услуги, хотят продать что-нибудь. Спальню, говорит, хочу сделать вот так. I don't think so. Это, говорит, фотография меня после работы. Дэниел нашел очки. Сейчас померяет очки. Вот. Посмотрите. Do you see me? Mm-hmm. Я говорю, видишь меня? Вижу, говорит. Or... Oh, no, you just see Try to the height. Put it. I don't know. The... Stop it. Put it on your forehead. Все рассматривает тщательно, при том. I was looking for something to wear at work at Halloween. But we got to stay within the uniform code. Means glasses you can wear in. Yeah. Вот, видите, одел для работы, говорит, хочет взять. Костюмов много, конечно, особенно для детей. Я очень рада, что я своему внуку всегда покупала костюмы. Такие, знаете. Это вот, видите, ночнухи. We can get this for your friend. И думаю, что он запомнит, что бабушкины костюмы одевал. Бабушкины одевал. Наряды. Начиная с года я ему посылала. Но они одевали на Новый год, конечно, я страшно не посылала. Вот такой костюм у меня был, но мы выбросили его. Уже поношенный был достаточно. Okay, where do you want? Video or? Video. Okay, it's video. Yeah. Косметика, видите?
всякие наклейки, нарисовки, приклейки. Что только нет, индустрия работает. Парики. You want new wig for you? It's ringing. Maybe I should wear a wig like this for Martha. She already thinks I'm a vampire. Да, выбирает. Check all of it. What we have. Парички-то. Я в прошлом году купила. Ну, разноцветный у меня где-то паричок есть. Не вижу пока ничего такого. Ой, вот это крутяшка. Прикольно. Только вот на Хэллоуин можно такие дешевые парички. Но вот этот не дешевый, $30. Так что знаете ли. А здесь нет. А? Вот Самара. Уф. Данилка нашел плетку, которая меня будет воспитывать. Выпью. Выпью, кто-то написал. Помечтает. Прикольная такая плеточка. You gonna buy? No. You really want me to have a whip? No. Then why you ask me if I buy? I don't know. Так, блондинка, вы посмотрите. Шикарная. Где цена-то? $20. А чё? Смотрите, какая. Ну, это вот не моё. $30, короче. Здесь вот $40. Не сказать, что дешевые. Побаловаться. За $15-то не найти. О, вот это моё. Вот это моё. Ну, что-то я щёлкой не хочу. Я же сейчас без щёлки. Не хочу щёлкой. Так, выбираем, выбираем. Может, и выберем что-нибудь. Блондинка, ну, не моё-то. Так, вот это прикольное, конечно. Побаловаться. $30-$40-то побаловаться, знаете, слишком белые. Так, что здесь у нас? А? What is it? Для работы. You think for hospital, okay? Прикольно, нашел. You like it? It's different. Ищу цену. Так, а я ищу тоже цену. И парик, который мне бы понравился. Каждый ищет свое. О, это прям по-нашему, Алла Пугачева. $30. Тут мужички, короче. О, прикольно. Я. It's good. I think it's this kind of more joke. Not make scary nobody. You want to take? Yeah, this probably wouldn't cut it too well if I walked through the ER like that. Выбирает, выбирает он. Ух ты. За $20 такой сиреневый. Слишком сиреневый какой-то. I'm looking, but I don't want expensive. Oh, no, for sure. But you don't like I be blonde, no? Huh? Not my color. Вот это вот неплохой. Но я челку не хочу. Вот тот неплохой. This your favorite, you every year wearing. I should just buy it.
You have so many at your bedroom. I don't care. I think I'm gonna buy it. You got your credit card? No. It's a joke, Любов. Mm-hmm. Это говорит, шутка, я шляпку. Yeah. Put your head down, I can't see the feather. There you go. You also can cook it if you want. This is gonna be great. Marty bet $17 that you could do it. Шляпки. Scare me. Can I help you? Look like. Понравился, выбрала я паричок. Даже взял в руки, чтобы я не передумала. Видите, и кепочку. Такие костюмы, конечно, знаете, вот интересно одевать. Я с удовольствием всегда, каждый год покупала и одевала, хотя первое время сопротивлялась. Видите? Секси. Я говорю, давай для Брейса возьмем, для друга. Очки и палочку. Six at last. Музыку, конечно, врубает уже так, чтобы весело было. О, доктор. I can get one of them. Who? There you go. That's how I should show up at work. They send my ass home in 2 seconds. Прийти к такому. Or maybe you should come to work dressed like that and see what happens. Uh-huh. Yeah. Выбираем костюмы, чтобы на работу прийти. Oh, you just see me showing up like that. They would fucking freak. Да, прийти на работу в таком костюме. Кьют. Трусики, sexy посмотрите. Ага. You work for me? Такие красивые вообще. Смотрите. На Хэллоуин. See, this is what I was looking for, something Halloween-ish. This is for kids. Примерочная. Видите? Можно примеряться. О! I wonder how much trouble I'd get in. What? If I wore that bloody slack. You can buy the head. I can go buy it. No, with knife. I can bring a smock home from work and smatter shit on it. I haven't got to buy one. Здесь тоже парики, что ли? Костюмы они вместе. А, witch costume. I have two witch costumes. Mm-hmm. У меня два костюма. Those look good, Nick. Самые, говорит, лучшие на тебе. I don't have nothing like that. Не признал медаль, где-то это. Это, говорит, русская. Медали даже продают. О-о-о, шапку-то, говорит, берет. Стройным девочкам понаряжаться на Хэллоуин. О, король ты мой. Вау. Bow to me. Bow to me. Bow to me, Pagan. Yeah. Чтоб я на колени встала. Yeah. You miss. Ой, красивые коронки, всякие веночки. Красная шапочка тут видали какая? Стеснительная. Так, тут еще вот парочки. Мой самый интересный. I don't like this. Классный такой. Witch doctor. Прикидон. It's cute. I yeah. like it. Ага. Вот такая горка была в садике. Я ему покупала. 7 лет, наверное. До 7, может, до 8. А? Cute. That's with the hat that you were talking about. Хиповские пошли украшения. Вот, пожалуйста, только можно вот на Хэллоуин купить. Можно и носить, на самом деле, знаете, сейчас это в моде. Вот он, доллар. У Моргенштейна я видела на груди. For what? Pimps. Pimps. Посмотрите, и кольцо, и очки.
прикольно. Вот. Doing what? А, которые сдают девушек для секса. Ну вот без Данилки никогда бы я сюда не пошла. А вот с Данилкой, конечно, прогулялась. Посмотрела рога. Вот, пожалуйста, вон. Сейчас он померяет их. Держит мой парик, чтоб я не передумала. О, здесь it's good. Yeah. Were these around hospital at night? Yeah. Okay. It's cute. You never have price tags on anything. $12, maybe, I think. Yeah. They're the straight ones, $12. Probably the same. Okay, whatever. Украшения. Ready to go? Mm-hmm. Все. Купил все, что хотел. Довольный. Идем. No. Барджонг, Дэниел. Еще тут, видите, тоже для belly dance продают. У меня настоящие есть. Арабиан тут такой закуточек. О-о-о. Масочка. Вот смотри, какие милашки. Это же вообще кукленочки. Что ж не понаряжать. Так вот, когда еще повод одеться? Здесь одевают на Хэллоуин, у нас на Новый год. Шапка какая. $67 покупочки. Ну, ребенок. И я тоже, видите, не отстала. Паричок такой. Одену скоро перед вами. Ну, раз в год посещаем мы такой магазин. Покупаем безделушки. И довольные, радостные, уходим.